Это уже после вот первой очистки сюда идет, да? Да, да, да. Это после механической очистки от песка сюда поступает. Очищающие в сутки 213 тысяч кубометров различных стоков биологические очистные сооружения по сути являются большим фильтром с уникальными технологиями. После первого этапа модернизации этого объекта, на который было направлено 519 миллионов рублей, начался второй этап. Сейчас здесь идет пусконаладочный процесс. Технология, которая внедряется, лучшая в Европе. Система биофильтрации поможет очищать химзагрязненные стоки с эффективностью 95%. Второй этап, вот, который мы сейчас практически завершили, это очистка промышленных стоков. Это свыше миллиарда, порядка 1,2 миллиарда. И еще сейчас в работе мы планируем завершить до конца августа и в сентябре пустить пусконаладочным работам третий резервный коллектор, который связывает промышленный узел с биологическими очистными. На все работы по реконструкции предприятие выделило более 3 миллиардов рублей. После проделанной работы гордиться есть чем. Поэтому руководство Нижнекамск-Нефтехима решило привести для молодых работников и ветеранов предприятия, а также для совета старейшин города, день открытых дверей. Все смогли увидеть, как все преобразилось после реконструкции и узнать специфику очистных сооружений. Лично пообщаться с генеральным директором Нижнекамск-Нефтехима. Конечно, очень современно, очень здорово. Это то, что вот сделано здесь, я считаю, это, ну, это на годы вперед мы себя уже как бы защитили. Очень приятно видеть, что все очень обновилось, модернизировалось, правда. То есть эти бассейны были открытыми, они стали закрытыми. То есть максимально сделали все возможное для того, чтобы было как можно меньше выбросов и так далее. То есть это очень приятно, что для нас стараются. Задача одна – быть открытыми, показать все, рассказать, доступно, объяснить, какие мероприятия были сделаны, какие технологии были применены. Соответственно, я считаю, это первое. Такая встреча. При необходимости и при желании посетить мы всегда будем рады организовать такую же встречу. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.